сейчас закончилась служба. Хотим купить Саши полочки. Этажерочку. Я вчера... О, здрасте, пошли, пошли. Да. Nice, говорит, color, оранжевый. Экспериментирую с оранжевым цветом. Кое-что у меня есть. Вот покупала парео на гуа. Вот, кстати, желто-оранжевая. Тут же сразу все собрались. Так интересно, по вибрациям все притягивается. Покупала на гуа шарфик. Перегнула его пополам, дырочку вырезала для шеи. И два... Привет опять. На боку два стежка. Вот. Две линии прошила. И получилась блузка такая. Очень боюсь. Вчера делала видео. И, в общем, не получилось. Большой хороший кусок не получился. Я всегда переживаю. Частенько так случается. Я всегда переживаю, чтобы вот когда делаю видео о тех людях, которые просили какой-то благотворительный акт тут сделать, думаю, не дай бог, вот не получится, обидно будет. Вот, и мы сегодня идем в тот магазин, в котором как раз у меня и не получились вчера съемки. Я ему кое-что выбирала, весь ассортимент там переснимала. И первый кадр вышел только когда вышла из магазина. Чудеса. В общем, все очень странно. Что-то получается, что-то не получается. Хотя камера хорошая, я вижу, что у нее горит красный свет, она снимает. А куда это все едут? Какая тонкая косточка. Это вот Саид Тауэр, дорогой отель, хороший очень. Выезжает из него, наверное, группа. Ну, в ней живут такие уже более-менее обеспеченные люди. Там, по-моему, от 2 до 6 тысяч стоит комната. Я как-то брала эту их ценник, рекламку. Закончилось. Служба. Угу. Иногда с банкомата, с ATM там не работает или там не работает. У нас несколько банкоматов в Путапарте. Вот здесь тоже есть. Попробовать здесь снять. Гапурам Гейт. Надвратная постройка называется Гапурам. Как красиво, господи, индийцы, откуда они с давних времен такие гапурамы строят прекрасные? Почему? Может быть, это виманы, летательные аппараты так выглядели? Ой, какая красавица. Сари. Как мне нравится, когда иностранки в сари не только ходят, но вообще все делают. Ездят на велосипедах. Это ж так неудобно, мне кажется. Вот спрашивали насчет разувается. Иногда в некоторых магазинах перед входом в магазин обувь снимают. Некоторые лавки снимают обувь. Вот это вот Travel Agency, немножко интернета там. Вот тоже интернет. И тоже разуваются люди. Куда вы свои деньги прячете? Да. Он говорит, перед ним женщина снимала деньги. Он говорит, работает этот автомат. Она говорит, я 5 автоматов в Путапарте проверила. Он единственный работает. Какие сумочки, красота. Вот.
Саша говорит, хорошо, я, говорит, про него даже и не вспомнил. Хорошо, что сейчас вот вспомнил про него. Это бывает, особенно вот в ноябре-то, когда деньги меняли, это же вообще была проблема у иностранцев. Тут некоторым чуть ли кушать нечего было. Ну, хозяева там, допустим, маленькие кокосики какие. Хозяева отелей понимали эту проблему, поэтому говорили, когда сможешь, тогда заплатишь. Здесь у меня съемки не получились. Вчера. Может, сегодня получится. Здесь 7. Такая же, но за 650, а та, а нет, 1300 почему-то. Yes, this not bad. В одинаковых саре. Ну вот правильно, молодец, Саши. Эту фирму поддержал. Мы сейчас отправили конвертик. Принесли ребятам конфет из посылки. Такие довольные. На почте. Мы же постоянно тут отправляем. А сколько это нормально сахара, интересно? У каждого свое понятие о нормальном количестве сахара. Спрашивает, сколько сахара тебе? Саша говорит, нормал. Ну, ложечку, наверное. Они сладкое-то любят. Хорошо сыпят, щедро. Лука надо много начистить. Вот сидит, чистит. Много-много. Если это кафе, то у них все с томатами и с луком. Поэтому заготовку надо сделать к обеду. Ой, Саша на санцепёке стоит. Жарко тут. Может, поэтому у него не такая тут бойкая торговля, что здесь жарко. А там в тени. Кунчам, да, very кунчам. Мало, значит, немножко по Тилугу. Угу. Ну так, в день 10 раз кунчам. Every day 10 time кунчам. Большой получается. Очень большой. Если 10 раз кунчам. Ой, кто так чихнул? Ой, какой большой мотоцикл. Семья путешествует, похоже. Вот здесь тоже он делает чай. Вот у него всегда большая-большая очередь. Или чай особенный, или, не знаю, просто в тени. По 20 человек ждет, пока Саши ходит отправлять посылки. И вот такая своеобразная жизнь. А, здесь как бы кафе у него Иблева, да? Упма на доске написано. Танголи. Всякие кастрюльки, сковородки продают. Праздник, что ли, какой-то. Опять большие чины охраняют наши улицы. Когда большие праздники, полицейские даже на крышах, особенно напротив мандира. Все-таки Кали-Юга, однако. Всякое может быть. Идем еще в Супер Саи Базар с мужем заглянуть. Я все одна да одна. Одна да одна. Все на мне. И с собакой гуляй, и за собой убирай. Все я.
Да, 1500, вот такая сушилка. А где ребята? А я не знаю. Амортизация? А сколько? Это больше, да? Те дали прайс, где? Ну? Ну, это же красивее, беленькая. $275 Ага. Look at this. Hi, Annie. This way. Uh-huh. You see? Uh-huh. You see? You can buy this. For me, no problem. Давай, давай. This better, потому что здесь, да, this better, because this line like this. Здесь есть поперечные и продольные линии. Лучше эту купить, она. Open both sides. Давай. Okay. Да, можно такую купить. Так, сейчас посмотрю. Для него-то никаких полочек. For you nothing. Ну что вот тут? I bought here. It's nice, very nice. Вот то, что там в магазине 1300. Здесь 770. Take this. Uh-huh. Вот это и это возьмем, да. Nice. Ага, давайте проверим. This plastic, you can delete. Okay. Uh-huh. After we will delete. You can tell me. Uh-huh. Any damage? Так. We will remove at home. А это вот успокаивающие нервы пластик, в который заворачиваются всякие штучки. Его можно бдж-бдж вот так вот. Будем выворачивать, успокаивать нервы. Пластик, we have to delete at home. Но на самом деле мы, конечно, заворачиваем в это изделие, когда отправляем. Да, он касса. На кассу надо отнести. Угу. Это он заворачивает все вот чакры, что отсылает. Вначале в вату, потом вот в эти bubblegum, потом в коробочку. В общем, чтобы уже не было шанса разбиться. А вот такие штуки у них используют на кухню, вешают. Все тут можно. Тарелки ставить, какие-то коробки. 1839, 2000. Вот индийцы в основном железные. Ну, конечно, в городах такие современные индийцы, они красивую современную мебель используют. А вот в деревнях везде такая. Это, я думаю, для обуви. Такие табуреточки, вот они сидят, любят на них сидеть. Саши даже в ванной такую держит. Он моется не стоя, а сидя вот на этой. Это вдруг голова закружится или поскользнешься. У него много уже друзей, так знакомых, ноги, руки попереломали. This. Сайрам берем. Давай. Так, как-то надо разминуться здесь. Решила на лифте. А это Саи Гаятри Мантра. Похоже на Гаятри Мантру, но немножко по-другому. Саи Швирая Ведмахи. Thank you. I think the ground. Ground? They have one more down. А, еще один. Минус два. Ой. Ага. Застряли, господи. Вот ведь она закавыка. Бывает в индийских лифтах. Не дозакрыл дверь или наоборот сильно хлопнул. Минус один, да. Sorry, we have to go up. Мы на склад нечаянно приехали.
А вот и увидели, как работает склад этого магазина. Ну, помочь-то он хотел. Помог. Помог. Однако он помог. Уже бедный лифт заюзанный до самого невозможности. Где наш столик? Где наша покупка будущая? Будем нервишки лечить. Джин. Браслетики на Ракша Бандан, когда сестры повязывают братьям браслетики. А вон наш столик. Он нам очередь, может быть, даже занял. Далее писался. Ну вот, мои шопинги какие-то мелкие, всякая мелочь. А с мужем можно что-то и потяжелее притащить. Мы влезем ли? Сначала, говорит, сама сядь с другой стороны. Ну, я как-нибудь сяду. Так, все. Да, кладу, кладу. Все. Давай. Как же я могу камеру вовнутрь положить? Ты можешь сюда поставить? Трай. Ага. А как же люди-то вообще мебель-то тащат? Угу. Найс. Саши сядет с водителем. Сейчас он, наверное, тому дяденьке даст денежку за помощь. Ну вот. Хорошо. Хорошие такие ножки. Все замечательно. Аккуратненько. Габариты. Тут у нас. Yes, better. I like also. I play more like a toy, you know? Yes. Ему это больше нравится, да. Это более сильная, такая крепкая, вернее. Стронг. Автобус все еще стоит. Мы уже возвращаемся, а автобус все еще загружает туристов, уезжающих. Паломников даже, не туристов. Сюда приезжают паломники в святое место. По большей части преданные. И кто знает, куда едет. Конечно, очень многие используют Бутапарти как дешевое место, как шлюз, чтобы сравнять вибрации между своей страной и Индией. Вначале сюда приезжают навести знакомства какие-то, а потом вместе уже путешествовать. Естественно.
где-то и так. Но по большей части здесь все-таки паломники. Так, у Саши тут все друзья, знакомые. Газетку тут для него приныкал, похоже, да. Они ее читают, раздербанили на кусочки вроде. Какие они трудолюбивые, эти тейлоры, швеи. Вот прямо с утра до вечера, с 9 утра и прям до 9 вечера я их вижу. Шьют и шьют.